Зимой здесь можно кататься на горных лыжах и коньках, ездить на снегоходах. А лето – пора пешего туризма, рафтинга, джипинга, катания на горных велосипедах и дикого отдыха с палатками. Все это о нем. Адамбай. О впечатлениях туристов и известном на всю страну курорте. В репортаже Аллы Качиевой. Отправиться в джипинг и альпинистский тур, посмотреть водопады и ущелья, покататься на канатках и квадроциклах, совершить экскурсию по Дибердинскому национальному парку, погулять по субальпийским лугам, совершить конную прогулку по долинам и лесам, покорить вершину горы с высотой в 3000 метров над уровнем моря. Путешествие на Адамбай летом – прекрасная идея, особенно для тех, кто любит природу. Ведь главные достопримечательности курорта – горы, ущелья, реки, водопады, леса и луга. О Адамбае можно только недосказать. Адамбай имеет уникальные горы, уникальный ландшафт, уникальные растения. Даже на территории Карачаево-Черкесии нет такого уголка, который защищен и так прекрасен. Зимний Адамбай и летний Адамбай – это совершенно два разных Адамбая. Я больше всего люблю именно этот поселок, где можно надышаться чистым воздухом, отдохнуть и морально, и физически. Туристы тянутся в Адамбай отовсюду. Причем насыщенную программу для семейного отдыха здесь можно составить как в зимнем, так и в летнем сезоне. Не первый раз, но стараемся часто бывать, потому что места очень красивые, места вдохновляющие. И всегда природа манит, привлекает к себе, тем более Адамбай. А скажите, зимой вы приезжаете? Горнолыжный спорт вас не интересует? Зимой... Нет, горнолыжный спорт нет, но вот просто посмотреть, подышать, то да, да, с удовольствием всегда. Это все любимый наш Кавказ, наши горы, наша природа. Да, поэтому это... Я считаю, что мы как... Это большое достояние, то, что чем мы владеем и где мы бываем, где мы живем. Это надо беречь, ценить. Это здорово, это классно. Адамбай – это поистине симфония вкусов, звуков, запахов и ощущений. Ты приезжаешь в этот край, и частичка курорта навсегда поселяется в твоем сердце. У местных жителей тут иной образ жизни, иной темп, свои ценности, свое наследие. Здесь повсюду ощущается мощь, все созвучно ритмам природы этих мест. Вдыхая чистейший воздух Адамбая, которым невозможно надышаться, здесь можно прикоснуться к живой природе и обрести потерянную гармонию. Все очень понравилось. Особенно? Вообще все понравилось. Мы были позавчера на Эльбрусе, то есть нам менее понравилось, нам чем здесь. То есть тут более пейзажи такие красивые. Вот. И канатка тоже интересная, но вообще красивые пейзажи. Очень. А тебе что понравилось? Мне понравились канатки, что там открытый ветерочек, прохладно. Вот хорошо прям природа чувствуется. А из еды что вам понравилось? Ну, первый раз попробовали хачапы, или как они называются? Вот, да. То есть национальное, видать, ваше блюдо, то есть вот очень даже вкусное. Алла Качиева, Либастанов, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Адамбай.